12 июля члены административной комиссии рассмотрели 6 протоколов о правонарушениях. Уже традиционно самым частым проступком остается нарушение тишины и спокойствия. Шумные застолья и музыка в ночное время. За такую демонстрацию неуважения к соседям полагается штраф. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время, период с 22 часов и до 6 часов утра в местах постоянного проживания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч. На должностных лиц от 3 до 10 тысяч рублей, на юридических от 5 до 15. По 5 случаям нарушения тишины вынесены штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. Кроме этого, комиссия рассмотрела один случай торговли в неустановленном месте. Предпринимателю придется оплатить штраф в 3 тысячи рублей. Торговля вне мест, установленных органами местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 до 10, на юридических лиц от 10 до 30 тысяч рублей. Административная комиссия уделяет значительное внимание соблюдению норм благоустройства, которые были утверждены Десногорским советом. Для профилактики правонарушений члены комиссии провели очередную инспекцию торговых объектов. Инспектируемая территория была захламлена, газоны заросли травой. Дворы были в очень неприглядном виде. Материалы будут представлены арендаторам территории для исправления ситуации. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.